Так начинается обычный день чемпиона Европы по метанию копья Яниса Лутика. В любое время года, в любую погоду проводит он свои тренировки. Вместе с тренером Валентином Маргаритисом его можно увидеть в загородных парках Риги. Немало километров пробегает спортсмен. Настойчивые тренировки, большое трудолюбие привели рижанина Яниса Лутика к выдающимся достижениям. Пущенное его сильной рукой копье не раз перелетало рекордные отметки. О многих победах могут рассказать эти медали. Кажется, не достает только одной – олимпийской. Янис Лутик и тренер Мазолитис в неустанном творческом поиске изучают графики и стенограммы, которые стать олимпийским стартом в Токио.